Вот это отличный рисунок. Посмотрите, друзья, я сейчас у каждого расскажу. Этот домик, такое ощущение, что собран из леденцов. Наверное, ты Вероника или Вика? Вика, я все путаю, Вероника, Вика. Она вспомнила, как мы рисовали пряничный домик. А смотрите, как у нее птички беседуют. Молодец. Так, переходим. Ну, вот здесь, да, здесь не только леденцовый домик, а видно и пряничный, волшебный домик. А какие нарядные шапочки у птичек, а в какой они позе, как настоящие фигуристы стоят. Друзья, вот догадалась, это была Аня. Аня догадалась снег на елочку положить, кто хочет, положите. Ну, здесь у нас супермастер из 4 класса, я вот повыше подняла, чтобы было видно, Маша. Да, она 4 года рисует. Кто хочет, снег положите на елочку. Вот это тоже великий художник. Смотрите, как аккуратно, ничего не расплылось. Так. А ты видишь, что я делаю? Когда я снимаю, нельзя разговаривать. Мы сейчас поговорим про блестки. Дети очень любят блестки. Сейчас мы поговорим. Это Костя. У него очень все аккуратно. Молодец, Костя. Сейчас я перейду к Юлечке. Ребята, вот Юлечка сделала разноцветные полосочки на шарфике. И сразу рисунок заиграл. Подумайте. Юлечка, бери головочку. А снег кладет. Молодец. Подождите, может... Подумайте, может быть, стоит сделать разноцветные полосочки на шарфике или на отвороте шапочки. Очень яркий рисунок у... Саши. Мальчик Саша, предупреждаю, это у нас и девочка была Саша. Ага. А у Кости молодец, очень хорошо, но ты забыл ботиночки одной птички раскрасить. Как же она так без ботиночек? Давай-ка сделай ей красные ботиночки. Вот у нас Сонечка, смотрите, она... Ох, как у тебя шарф развивается у птички. Она пришла только на этот урок, поэтому у нее рисунок чуть поменьше, но она все успела. И замечательный розовый мармеладный домик у Вероники, и птички беседуют. Отличный рисунок. Это у нас Дашенька делает. Ой, и вторая Дашенька, да, новая девочка. Даша, да, я же твой рисунок покажу. Посмотрите, какие замечательные птички на ковре. Они даже находили немножко, следы оставили. Ребята, я прошу не кричать. Я прошу не кричать. А вот очень профессионально делай, делай, кучером делай. Очень профессионально посыпает снежком кучеров. Здесь у меня две девочки, которые очень аккуратистки. Посмотрите, какие у них птички. А кто так веселится? Ротики закрыли. Я же хочу рассказать про каждый рисунок. Посмотрите, какие яркие птички, интересные шапочки у Сони и у Кристины. Максим! Верочка. А я вот уже подхожу, у Верочки шапка какая интересная, какие коньки интересные. Вера, снег у тебя пойдет? Нет. Ну-ка, тихо брызгаем, тихо. Очень красивый шарфик какой интересный у Настеньки. Настя, тихо, нельзя замахиваться, когда брызгаем. Это у меня Ксюша Григорьева была, Дима. У Димы шапка какая интересная и домик. А как, а какие домики нарядные у нас? Я все. Нет, нельзя. Я все. Вы больше не будете выходить, вы уже выходили. Я все. Да, заканчиваем, проверяем. На место сел? На место сел. Это был рисунок Юли. А кто закончил? Никто не встает и все закрыли рты. Сегодня вы очень развеселились. Наверное, вам так птички понравились. Очень интересные цвета у Кати. И вот с ней подружка Маруся.
какая шапочка мужская у Андрея. Прям видно, что мальчик птичка. А у меня девочки. Нет, а что ж ты так залепил-то глазки птички снегом? Поменьше надо брызгать, но ничего. А здесь что-то новогоднее даже. У тебя очень много, это Кирилл, новый мальчик, зато дом у него леденечный какой получился. И очень много снега пошло.